Отдел истории авиации Щелковского историко-краеведческого музея находится во Дворце культуры имени Чкалова. На лекцию, приуроченную к 80-летию первого полета бомбардировщика П-2, собрались жители, ветераны-летчики, кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Само название лекции «Пешка, которая вышла в ферзи», говорит о том значении, которое имел этот самолет для победы в Великой Отечественной войне. За годы войны и перед войной было построено 12 тысяч бомбардировщиков П-2. Они, соответственно, почти все, ну, кроме там тыловых частей, участвовали в войне. Повторюсь, это самый массовый тип бомбардировщиков в нашей стране в годы войны. Бомбили все, что угодно. Они на флотах использовались и на всех фронтах. Юбилей легендарного бомбардировщика П-2 для жителей Чкаловской – это событие знаковое, имеющее отношение к истории бывшего военного городка. Здесь, на аэродроме, будущую главную ударную силу авиации готовили к запуску в серийное производство. В воздухе проверяли узлы и механизмы чкаловские летчики-испытатели. Здесь же, на Щелковской земле, в Болшево, прошла конструкторская разработка самолета. Ну, начать с того, что его подняли в первый полет в декабре 1939 года с Чкаловского аэродрома. Подняли его летчик Стефановский, житель Чкаловского поселка, где улица его именем названа. Штурманом был Никитин, житель опять-таки Чкаловской. И второй момент, 5 июля 1941 года с Чкаловского аэродрома на фронт улетел 410-й авиационный полк особого назначения, созданный из летчиков-испытателей НИИ ВВС на самолетах П-2. На Чкаловской проживает летчица, ветеран Великой Отечественной войны, совершившая 36 боевых вылетов в качестве штурмана-бомбардировщика П-2, Галина Павловна Брок-Бельцова. Ее рассказ о далеком грозовом времени показали на юбилейной лекции. Нам говорили, какой страх, куда? Никакого страха. Вот что удивительно, говоря, помните, у Юлии Друина? Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Нет страха, зло. В завершении лекции портрет Галины Павловны Брок-Бельцовой, председатель Щелковского местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, заслуженный военный летчик Юрий Ресницкий передал сотрудникам историко-краеведческого музея. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.